Сегодня я расскажу вам об интересном приложении, которое называется Secret Tone Project. Давайте начнем. После нажатия кнопки «Старт» мы видим экран с родмэпом проекта, планом его развития. Мы начнем же с экрана «Мои рефералы». Переходим в него. Экран «Мои рефералы». На этом экране мы видим, сколько друзей вы пригласили, сколько монеток вы заработали благодаря таким приглашениям. Есть кнопка «Отправить ссылку для приглашения в Telegram», но другу можно также отправить «Лутбокс». Лутбоксы – это такие коробки с сюрпризами. В них могут быть монетки Тон, деньги USDT или игровые токены проекта. Чтобы отправить лутбокс, просто нажимайте кнопку «Отправить лутбокс». Далее посмотрим экран задания. Здесь вы можете выполнять задания, зарабатывать монеты. Например, можно присоединиться к нашему телеграм-каналу. Также можно забустить наш телеграм-канал. Далее рассмотрим с вами следующий экран, и это будет экран «Таб». Давайте перейдем в него. На этом экране вы можете увидеть, сколько у вас игровых токенов проекта, сколько USDT, сколько тон. Здесь можно узнать вашу лигу, увидеть уровень энергии, который используется при нажатиях. Далее мы с вами перейдем в следующий экран, в экран усиления. Ежедневно вам доступны два бесплатных усиления. Tapping Guru, который помогает зарабатывать больше монет с нажатиями, и усиление, которое называется полный баг, дает дополнительную энергию. Также вы можете купить другие усиления, например, мультитап для нескольких нажатий одновременно, лимит энергии для увеличения максимального уровня энергии и скорость восстановления для быстрого восстановления энергии. Посмотрим, какие экраны еще есть, и перейдем в экран «Каталог игр». На этом экране вы можете добавлять новые игры, можно зарабатывать монеты. Добавьте игру в каталог, используя ссылку. Можно добавлять игры в избранное для быстрого доступа к интересным для вас играм. Вы видите, что добавление в избранное происходит достаточно легко и достаточно быстро. Далее рассмотрим экран, на который хотим обратить особое внимание – свап ссылок. Нажимаем «Ок», «Поехали». А если вам нужны рефералы в какую-то из ваших игр, вы просто добавляете сюда реферальную ссылку. Как только вы ее вставили, вы нажимаете кнопку «Дальше». После того, как вы перешли в следующий экран, вы видите, что перед вами реферальные ссылки. Вы выбираете две, по которым вы переходите. Как только вы нажимаете кнопку «Старт» по первой ссылке или по второй ссылке, вы заходите по тем реферальным ссылкам, которые вам даны в этом каталоге. Два перехода ваших будут засчитаны. После того, как вы это сделали, вы нажимаете кнопку «Сделано» и обозначаете, что задание выполнено. После этого вы возвращаетесь в нашу таблицу. Спасибо вам за просмотр. Ссылку на приложение можно взять в описании к видео. Удачи и до новых встреч!